Это у нас полностью домашнее цветение орхидейки с названием Сога Супер. Однажды, гуляя по ботаническому саду, я ее там увидела. Она была так красиво подсвечена лампой, светилась. Просто она мне показалась такой флуоресцентно-розово-розовой, яркой-яркой. И она мне прям в душу запала, я ее разыскивала и нашла. В итоге я ее нашла в миксах, продаже. И сразу же ее, конечно, ухватила и потащила домой. Она имеет такой приятный аромат, чем-то перекликающийся с ароматом Леодора, но гораздо тише. Розетка у нее небольшая, растение неприхотливое, достаточно хорошо она освоила вот этот горшочек. Сейчас у нее такие зеленоватые корни, и, конечно же, она прекратила рост корней и отдала все силы на цветение. Это ее первое домашнее цветение, цветочки порядка 5 сантиметров, то есть такие не мелкие. И на полочке она смотрится ярко, красиво, такая забавная, с хорошим настроением. Для того, чтобы она красиво смотрелась на фотосессии, я решила ее протереть соком лимона. Лимончиком я протираю орхидейки, просто выжимаю лимон, не разбавляю водой, просто вот беру ватный диск и протираю. Ну, при освещении, при каком-то дополнительном, она, конечно, вообще светится. Вот ее серединка такая флуоресцентная. Очень яркая. Вот так она смотрится на полочке.